На заседании сессии Госсовета обсудили и крупные проекты в сфере строительства. В столице Коми планируют развивать комплекс на две территории. Об этом рассказал нашему телеканалу министр строительства и ЖКХ Игорь Кузьмичев. Сразу после заседания правительство республики планирует создать новый микрорайон Юго-Чой между Сыктывкаром и Эжвой. Помимо многоквартирных домов, там расположатся детские сады, школа и медико-социальный кластер. Для реализации последнего объекта уже нашли инвестора. Также в микрорайоне Юго-Чой планируют построить национальный театр Коми. Там 45 гектар земли, которые находятся в собственности у дома РФ федеральной структуры. Они находятся в аренде у госпожи Соболевой. У нее договор аренды до 2025 года. Мы сейчас находимся с ней из дома РФ в переговорном процессе на предмет того, чтобы пересмотреть объемы земельного участка, которые будут там под жилье застраиваться, какие могут уйти под социальные объекты. Также власти Коми планируют комплексно преобразить земельный участок на Октябрьском проспекте от станции переливания крови ближе к строителю. Там мы смотрим строительство жилья в первую очередь, переменной этажности, начиная, так скажем, с относительно невысокого жилья, подъем по разным уровням этажности. Конечного решения по этажности, по компоновке, на теперь непонятно, откуда взяли 25 этажей, потому что даже ту презентацию, которую мы готовили, мы там указывали сразу переменную этажность с возможной до 25 этажей. Но о том, что именно 25 этажей и не миллиметром выше или ниже, мы такого нигде не говорили. Как отметил Игорь Кузьмичев, проекты пока в стадии проработки. Они пройдут все законодательные уровни, в том числе и согласование с общественностью.